11 капсул на какой-либо акции. Сейчас мы посмотрим, какие акции есть или, ну, какие есть и так далее. Ребята, а вот почему именно сегодня? Потому что у меня сегодня день рождения, я подумал выпускать обычную серию с прохождением там 8 уровней. Это не круто. Вот сегодня мне исполнилось 16 лет. Ребята, довольно много, да, старый я стал. Ну и вот сейчас забираем все плюшки. И у меня 869 уже банок. И мы еще будем открывать на этом аккаунте. Открытие довольно сильно будет нам полезно, вот. Откроем мы тут. Несмотря ни на что, конечно. Are you sure you want to use cat food? Yes. Погнали, ребят. Надеюсь, что мне не выпадет Uber. Вот, чтобы нам побольше выпало нормальных котов. О, против зомби довольно хорошо. И неплохо даже, очень неплохо. Против зомби она нам поможет. Бишоп, ну бишоп, как по мне, не прям очень, ребята. Вот, скорее всего, насчет прохождения вот этого путь новичка. Смотрите, я завтра выпускаю ролик с прохождением 8 уровней, и послезавтра я прохожу уже Луну. Вот. А, ребята, ну зачем? Зачем нам тут Убер? Вот, Бора, конечно, хороший, но это ж, блин, путь без прохождения Уберов. Короче, что еще? Вот, и у меня сейчас 4894 подписчика, нам осталось 106, и у меня будет 5000 подписчиков. О, Делинквент, круто, ребята. Ну, блин, почему? Когда мне нужно, чтобы не выпал Убер, он мне не падает. А ну, вот в этом аккаунте, когда мне вообще не нужен Убер, вообще никакой Убер мне не нужен, он почему-то падает, ребята. Блин, с этим Бора я просто налегке пройду Into the Future, все. Все Into the Future я легко пройду с помощью Бора. Вот, поэтому... Рокер, ребята. Повезло, ребята, рокер. Рокер, теперь я просто буду на лотах проходить первые три мира, прям вообще, даже просто выпускаю рокеров и все. Свордсмен. Дальше кто у нас? Ну, ребята, открытие просто бомбезное. Ребята, это что такое? Ну, типа, камон. Ребята, и чё, и зачем? Ну, и типа, я потерял двух котов. Ну, пусть они у меня в холодильнике лежат, ну ладно, ну, зачем так? Так, у меня... Сейчас, я знаю, что у меня нет рокера, давайте сразу тогда их рассортируем. Опа, он Маджор не выпал или пират тут? Не, значит, все новые, значит, юзаем всех, кроме... Ну зачем, ребята, зачем мне два новых Убера? Ё-моё, ребята, вот... Я не понимаю, если я сейчас обоих юзну, Into the Future и Космос просто для меня будет, ну, очень легко проходить, я так не хочу, ребята. Как-то, блин, даже не круто. Вот, психокэт, давайте юзаем. Всех новых сейчас юзнем, потому что реально, если потом мне кто-то падает долго не будет, будет. О, вон. Хотя хоть кого-то на XP продадим. Потому что Арчера не на плюс там не особо нужен он будет, потому что я вообще не вижу, чтобы его кто-то использовал. Ну, Вивкэт просто как 5 баночек. Я тоже не видел, что Вивкота где-то особо сильно используют, но это просто как. 5 баночек там, на всякий случай, просто пока юзаю новых котов. Мне же тоже нужно еще XP фармить. Вот, поэтому. Сейчас как раз таки вкачаем рокера. Надеюсь, мне хватит XP. Конечно же, первым делом именно рокера будем вкачивать. Вот. А потому что других. Ну, ребята, вы сами видите, это что за фигня? Ну просто, ну зачем? Зачем мне вот как бы эти два убера? Лучше бы мне выпали там повторки, даже, чтобы мне XP, чтобы я вкачал рокера и так далее, ребята. Ну ладно, все. У меня уже. Путь новичка, ё-моё, с двумя уберами, да? Ну, ладно, ребята. Пусть будет так. Сейчас, стоп, а лаки капсулы я буду сейчас открывать, ребята, или же нет? Если открою сейчас и лаки, то это, по идее, я уже открою 11 плюс 11 и плюс 2. И это получается... Давайте, о, 25 капсул даже в сумме я открою на этом аккаунте. Если... Сейчас я еще за 150 баночек открою. Неплохо будет. Ну, лаки капсулы. Да, ё-моё, ребята, все, да. В этом ролике я открываю в сумме 25 капсул. Ну, не золотых, а в сумме просто. 30... Ох, ребята, вот это вот... Это реально, ребята, блин, вот мне на день рождения такой подарок, что мне, блин, два убера с одного открытия. О, Лил Титанчик, ребята, плюс еще 5 баночек, все прекрасненько. Только я не знаю, вообще, Лилы вроде нигде не юзаются, ну просто как. О, у меня же еще там есть эти... как их? Ё-моё. Горошек. Не, блин, я забыл, как я их называю. О, Макс, Макс, хорош. Так. Типы, которые за прохождение половины мира отдаются. О, еще Лил Лизард, неплохо. Ребята, ну вообще, для этого аккаунта пока что все складывается очень хорошо. Мне, блин, только мне еще не выпал Киберпанк и Канкан. Вот, вот это плохо. Киберпанк и Канкан мне нужен.
Так, дальше. Дальше XP. И... О, еще, блин, ребята, я что-то даже банок за новых котов сейчас, я думаю, очень много получу. В районе, не знаю, 50 где-то так. Так. Компьютер. XP. А, потом Кэтджобс. Ну, этот бонус на самом деле пока что мне не особо где пригодится. Так, и последняя капсула. Давай, чисто 30 тысяч этого XP. Ну, ладно. Повторку. Нет, вот такую повторку уже нужно взять, потому что они просто как обкачки пойдут. Вот, ну ладно. Дальше что мы делаем? Сейчас мы вкачиваем горошек и рокера. И все. Так, где он у нас? Все, чтобы нам за него просто банок дали. И вот лилы — это хорошая штука для получения обкачек. Вот. Рокер, ребята, рокер. Да, все, фуху, ребята, все, я вкачал его неплохо. Так, я хочу, чтобы мне только эти, как бы новые, не моргали, вот, все. Так, посмотрел, все. Сейчас открываем, о, у меня 200 уже ранг юсти. Так, неплохо, и что нам тут дается? 5 спидапов. О, кстати, неплохо, мне понадобится прохождение второго мира. Так, а тут что-нибудь дается? О, тут какие-то, а, коллабные уровни. Ну, ладно. Потом как-нибудь. Пока что гаматон. Ребята, я вообще не ожидал, что мне девелопера. Я открываю, там золотых молний нет, а мне девелопера падает. Я такой, нифига себе. Я, ребята, вот такой вот у нас путь новичка, как бы своеобразный. Ну, конечно, я их юзать не буду, поэтому пусть они просто лежат в холодильнике. Мне интересно, конец этой рубрики, я не знаю, когда будет, но это просто на постоянной основе пока что он будет. Вот. Мне интересно, сколько в конце рубрики будет уберов в холодильнике, поэтому... Я, как бы, по идее, могу сейчас их продать, и у меня будет намного... больше преимущества, чем у вас, потому что 2 миллиона XP, ребята. Поэтому это будет сложно. О, сейчас же еще. Ё-моё, у меня, посмотрите уже сколько на... Даже я первый мир не прошел, сколько новых этих котов есть. Вот. Поэтому круто. Так, и главное, что у меня рокер есть для прохождения первых, еще повторюсь, трех миров. Он очень имбовый. Только даже для перепрохождения уровней просто его выпускаешь, он чистит уровень. Вот. Поэтому все прекрасно. Только сейчас нужно будет еще, знаете что... Фармить эти золотые монетки, ребята, вот самые нудные, как по мне. Так, еще вот это, да. А, еще суперка там какая-то у меня. Против зомби, единенькой. Да-да-да. 202 капсулы, 202 банки у меня. Давай сейчас еще одну открываем, блин. Откроем в сумме за ролик, получается, сколько? 2 катикета, потом 11, даже сейчас 12 золотых, и еще 11 этих. Да, очень много в сумме откроем. Так, давайте, не-не-не-не-не. Или подождите, сейчас 11. А, еще же, 26 даже капсул мы откроем, ребята. 26. Фортуна, блин, он у меня есть. Ну ладно, пусть холодильник так пока что идет тогда. И сейчас еще лаки тикет, ребята. 26 капсул на новом аккаунте, ребята. Это, блин, как по мне, очень круто. Вот, пишите свое мнение, если вы уже накопили тоже 750 капсул, напишите, ой, 750 банок, напишите, что вам выпало. Вот мне выпало это. Ё-моё, конечно, на день рождения довольно интересный подарок. Ну и всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, до новых встреч!